На тропном действии все-таки препарата Magnum C300. Это препарат, а также сказать о том, что любые возбужденные состояния являются следствием, как правило, ацидоза. Поэтому любое защелачивание крови, которое можно проводить любыми ягодами темного цвета. Кстати, любые ягоды темного цвета помогают ощелачивать наш организм. Какие это ягоды? Это вареная черника в виде компота, это вареная черная смородина, это миксы из черной смородины с черникой, там сваренные в виде компота. Каким? Это все защелачивает? Шелковица, конечно, да. Шелковица, рябина черная. Вообще рябина черная – это находка для людей с холестерином и высоким давлением. Вообще находка. В сыром виде сколько угодно, она вкусная. В любом засоленном, заквашенном, я не знаю, в виде компотов, там в чем угодно, это черная рябина, первое средство по снижению. Она и сушится, она вообще находка для людей. Я считаю, что калина и черная рябина – это то, чем можно убрать ожирение, а также любые заболевания гипертонии. Они уникальны, особенно черная рябина такая. Также ягоды черной рябины и вообще ягоды черного цвета являются мощнейшими антиоксидантами, являются иммунопротекторами и очень снижают кислотность крови, убирая ацидоз, ожирение и так далее. Ну вот, век живи, век учи.